про игры Brawl Stars. Сегодня мы с вами будем играть Brawl Stars. И, наконец-то, поздравьте меня, у меня скоро будет новый боец, Динамайк. Прикиньте, Динамайк скоро у меня будет. Так, только сначала нам надо выиграть тут. И мы сегодня будем выполнять квесты. Один квест мы будем с вами выполнять. А кто мне в команде? Иди. Иди сейчас обрубить мега ящик. А, помогите. Меня убили. И ничего, 4-е место тоже неплохо. Поэтому давайте-ка приступим. Мы всего еще 4 забрали. Ну ладно. Так, вот, смотрите, у меня не совсем немножко осталось. Смотрите, как он уже близко у меня. Поэтому мы сегодня будем выполнять квест, чтобы у нас появился Динамайк. Как-то так, да. Для этого нам нужно выполнять квесты. Очень много квестов. Давайте-ка победи врага 24 раза в режиме захват кристаллов. Это много, ребята, да? Ну, ничего. Ай, Ниту выбрал, чё? Как? Нет. Так, ладно, кто мне в команде? У меня в команде Рико и Барли. Рико и Барли у меня. Так, давайте-ка. Ха-ха-ха. Вот так тут. Меня уже убили. Я же говорю, меня сразу убивают. Это нечестно вообще. Мне сразу говорю же, я же говорю, Яна, мне сразу убивают. Я не успею подходить, меня уже убивают. Давайте быстрее я медведя спавню. Молодцы, молодец, Рику, что 5 собрал. И что медведя заспавнил. Вот, он теперь нам будет помогать. Понятно, как помог. Очень сильно нам помог он. Я сейчас опять медведя заспавнила. Давай, медведь, помогай. Так, медведя убили там? Я ничего не вижу, там его убили, медведя этого. Так, давайте. Давайте. Нет, ребята. Ребята, помогите, поставьте лайк. Ха, там Роза. Чё, как ты её убил? Так. Ха, уйди. Я медведя заспавнила. Он сейчас вас убьет. Давай, медвежонок. Давайте, держитесь все. Ес, да, мы победили, ребята. Фух, это было сложно. Мы победили. Ес. Так, мы сразу три квеста выполняем. Так, ладно, ничего. Три, это еще лучше. Если мы три квеста выполняем, то это еще значит лучше, ребята. Так, я сейчас приду. Так, ребята, я тут. И поэтому давайте-ка продолжать выполнять квесты. Так, кстати. Когда у нас будет новый боец Динамайк, то тогда снимем ролик, как их испытываем. Так, хопа, блин. Тут Роза, она меня бесит уже, ужасно бесит. Она меня ужасно бесит, давайте. Там один кристаллик, уже не ладно. Ну ладно, у нас в команде Рику опять. И кто еще? А кто еще у нас? А, и Рейдлин, точно. Я медведя заспавнила. Давай, медведь, убивай. Я еще одного медведя заспавнила. Давай, убивай. Медведь убивает. А, все уже? Уже все убили, ну ладно. Убивайте их. Чего вы стоите? Я медведя хотела заспавнить. Так. Я хотела медведя заспавнить. Вот, я медведя заспавнила. Для помощи. Опа. Хопа, ребята, давайте. У меня 4 кристалла. Блин, я его убили. А, мы побили, ждали. Мы почти победили. Вот вам медведь. Теперь он будет намного сложнее. Ха. Так, мы почти выиграли. Нам надо чуть-чуть еще продержаться. И... Да, ребята, мы с вами выиграли. Yes.
Так, ребята, я сейчас приду. Так, ребята, я тут. Давайте-ка продолжать играть. И выполнять квесты. Так, скоро динамик у нас будет. Да, в принципе, скоро. Прямо вот, вот чуть-чуть осталось. И он у нас будет. Давайте-ка играть, выполнять квест. Вот. И он у нас будет. Так, у нас в команде Поку и Макс. Если кто не знает, вот это вот Макс. Вот это вот Макс. Это Поку там ходит. Ай, меня убили. Чё, у них уже два кристалла? Чё, только не может быть. Не может быть такое. Не может быть. Так, иди сюда. О, все, убила его. Правда, не знаю зачем. Я вам иду помогать. Ой, медведя заспалила. Ну ладно. Ха. Где мой медведь? Где-то там должен быть. Но его уже нету. Как я поняла? Так. Идите сюда все. Идите все сюда. Я сейчас почти кое-то убила. Иди сюда. О, о, кристаллики, ребята. А, иди сюда. Меня убили. Я медведя спал. Посмотрите, сколько там кристаллов. Много просто было. Так. Я буду их убивать. Я их буду сейчас убивать. Так, вот так вот. Убиваем, убиваем. Вот так вот убиваем их, да. О, убила. Да уйди от меня, блин, кот. Меня убили, но мы все равно сейчас побеждаем. Мы сейчас... Есть, мы опять победили, ребята. Я не знаю, как это происходит, но это как-то происходит. Не знаю как, но как-то. Так, ладно, ребята. Давайте-ка еще раз попробуем. Еще раз попробуем. Думаю, выиграем тоже. Господи, я не понимаю, как мы так выиграли. Так, у нас Эльприма и Бу. Эльприма и Бу. А там Войд, там Войд. Тут Войд, ребята. А, там Войд. Ну ладно. Эльприма. Войд, Войд. Ха, я его убила. Я убила Войда. Так, там Эльприма ходит. Так, 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 так. Быстрее, быстрее, кристаллики. Меня сейчас убьют. Меня убили, но я не успела взять кристаллы. Они меня уже убили. Так, ничего. Они там валяются? Они обратно подняли их. Так нечестно. Идите сюда. Я медведя сейчас заспавню. Так реально нечестно. Я сейчас медведя заспавню. Все, я, короче, заспавниваю медведя. Все, теперь как вы тут будете? А? Давайте. Красная команда побеждает, ребята. Ребята, успели. Бейте кой-то, молодец, я приму. Эй, Эльприма, ты наш спаситель. Так, давайте-ка. Как много их. Уйди. Меня убили опять, ребята. Они побеждают. Они побеждают, ребята. Должны победить. Ничего. Один раз проигрываем, это ничего не значит. Ничего страшного, когда-нибудь еще выиграем. Ладно, ничего. Что я сразу расстраивается. Ну, ребята, а на этом ролик будет заканчиваться. С вами была я, Вика. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Всем удачи, всем пока-пока.